Вот, что у меня осталось. Хожу, не знаю, куда тыкнуть. Тут жалко, да? Хоть и не сам не сажал, не ухаживал, растили ее, мне подарили. Блин, выкинули. Жалко. Наверное, не я один такой это. Жалостливый. Короче, сейчас будет супер экспериментальная посадка. Короче, я не знаю, сколько тут корней. Ну так, насчет, если вот 5, да? 10, 20, 30. 30, надо. Корней 30. Посажу в одну лунку. Ну, сейчас ее укомплектую полностью с удобрением. Леокладина добавлю. И прям вот так вот посажу. И буду наблюдать, как растет она. Как семейная посадка будет. Надо ее помыть будет. Так, 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 так. Нашел место. Кустов много. Питания должно быть много. И сейчас леокладина положим. Побольше. Сколько? 2, 4, 6, 7, 8 штучек. Ну, 10, наверное, 10 положу. Да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 11. Хуже не будет. На то на экспериментальная посадка. Так, видать? Ну, видать, нет, чтобы видно было. Видно. Перекультивирую. Ну, видно, что тут никогда ничего не сажалось. Такая земля утрамбованная. Можно вообще вот так забуриться. Вот. Чтобы вниз все проникло. Какие-то корешки непонятные. О, как забуривается. Так. Думаю, нормально. Так, вот я думаю, полить, не полить сразу. Наверное, полить. А потом просто втыкать эти перцы. Это в чем они были, когда я водой залил, чтобы они поднапитались. Сейчас она чуть питается. Я пока на паузу поставлю, чтобы время не занимать. Так, ну я думаю, это пропиталось. Я тут посчитал, сколько кустов я буду сажать. 30 кустов. 30 корней. Сейчас буду так делать дырочки. И там по 2. По 3 сажать. Хотел пучком посадить, но потом подумал, пучком будет, наверное, ну, как неинтересно, да? Или наоборот, было бы интересно. Ну, посажу так. Так. Эксперимент у меня такой первый раз. Я не знаю, кто-нибудь так делал хоть раз.
Все подряд, хилые, плохие, там. Так, обвалилась. Два, четыре, шесть, два, четыре, шесть, восемь, десять, 12, 16, 18. Добавлю еще я на подъему. Короче, буду сажать сейчас все вот так вот, что есть. Не буду больше лунки делать. По 3, по 4 получится, без разницы. А в центр получится. Так, теперь надо это все засыпать. Как бы это сделать аккуратно. Хотя можно было бы и неаккуратно, да, но я не знаю. Интересно, что получится. Делайте ставки, господа. Жижа знатная, как в детстве, да, делали же эти, в лужах ковырялись после дождя, да и так просто ковырялись, я думаю. Вот детство настало. Еще раз пролить. Ну, я потом это все, естественно, и замульчирую, засыплю. Также буду ухаживать, все поливать, все делать. Сейчас все я минозильчиком обработаю. Фух. Вот такая вот посадка интересная. Так, каменосил для овощей. У меня уже тут его чуть-чуть осталось. Это самый ходовой. Так, у меня тут 3 литра. Буду делать на 3 литра. Литр 5 миллилитров. Значит, 15 миллилитров. Чуть меньше пол колпачка. Ну, пол колпачка сделаю. Мне нравится, как это разбавляется. А не, это не он, это нет, этот как это? Ой, гумат, да, вот он темный, вообще классный. Густота такая получается, красивый цвет. Все, так, сейчас буду переливать, и как раз он перемешается. Растворитель этот, распылитель, опрыскиватель, распылитель. 2 литра. Так, опрыскиваем. Прям так, я думаю, хорошо надо опрыскать, чтобы
и на землю попало чуть-чуть. Я думаю, хватит. Ну что, вот такая вот экспериментальная посадка. Кому будет интересно о судьбе дальнейших, о дальнейшей судьбе этих перцев, подписывайтесь на канал. Всем лайки, всем подписка, всем комментарии. Всем пока-пока.